Руслана в кружки для особенных детей привела мама 5 лет назад. Тяжелый недуг не помешал ребенку научиться работать на компьютере и даже сесть на лошадь. И пусть без инструктора ехать пока не получается, мама верит, у Руслана все впереди. Он с нетерпением все время ждет занятий. Когда он позанимается, лошадку сам покормит, с ладошки. Но первое время боялся, конечно. А теперь сам ручку протягивает, хлебушек, там капустку, яблочко. За Андреем тоже когда-то ходил инструктор, а теперь он возвращается с подобных мероприятий в других городах с медалями. Посторонняя помощь сегодня ему уже не нужна. Андрей говорит, лошадь сама помогает ему держаться в седле. Нормально вела себя, нормально, очень спокойная была и очень послушная. Ипотерапию в Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» практикуют уже 19 лет. Верная помощница все эти годы – лошадь Гамма. На ней буквально выросло не одно поколение особенных детей. Гамма за время вот работы с нашими ребятами настолько полюбила ребят. И когда на лошадь садятся ребята, ну вообще вот плохо передвигающиеся, она подгибает с одной стороны, например, с левой стороны и переднюю ногу, и заднюю, наклоняет и помогает ребеночку спуститься с лошади. Для пациентов с ДЦП Гамма и массажер, и вибротренажер. Если регулярно ездить на лошади и чувствовать ее тепло, то инвалидную коляску можно сменить, по крайней мере, на костыли. В рамках сегодняшней ИПО-эстафеты, в зависимости от здоровья наездника, Гамма может пойти змейкой, рысью, а может перейти на галоп. Все элементы входят в специальную программу. Они достаточно простые для нас с вами, для людей, у которых как бы нет основных недугов. А для людей с ограниченными возможностями, у которых интеллектуальное нарушение или нарушение физическое, в данном частном ДЦП, то есть, конечно, немного сложны. И поэтому, чтобы выполнить одно упражнение, нужно работать, да, в общем, очень длительное время. По лечебному эффекту с лошадью может сравниться только дельфин. Но дельфинария во Владимире нет. И вся надежда у особенных детей и их родителей на Гамму, на то, что она поднимет на ноги еще ни одного ребенка. Александр Инин, Илья Фомин, 6 канал.